присядьте, присядьте. Он просто вот... Здесь более удобная вот каталка сделана для этого самого. Вот сиденья сделаны. Сиденья сделаны. Поворотные, там вот с задней стороны будет. Ирина Юрьевна, расскажите, пожалуйста, об удобстве работы. Что-то изменилось там по сравнению с УАЗами, по сравнению с автомобилями, которые комплектовались раньше? Ну, на данный момент это автомобиль класса С, то есть ремобиль, он более подходит для работы в условиях реанимации. То есть здесь более удобное для транспортировки пациента, более удобное размещение аппаратуры, более доступен подход к оборудованию с целью обеспечения максимально реанимационной помощи, интенсивной терапии пациента в крайне тяжелом состоянии. В сравнении с другими автомобилями, которые были там в 2012 году? Ну, по сравнению с Фиатом, то есть это является Ford класса С, то есть ремобиль. И если сравнивать с Фиатом класса С, которые пришли в 2012 году, этот, конечно, автомобиль более удобен. Более удобные носилки, более удобное расположение кресел для медперсонала, который здесь будет работать. То есть, если открыть Фиат, мы увидим, что здесь будет просто лавочка. То есть, при транспортировке, при работе мы не фиксировались, как бы, где соблюдение дорожно-транспортного ПДД полностью не было обеспечено. А что касается там тепло или там быстроты? Ну, данная машина, она полноприводная. Фиаты, которые класса С мы до этого работали, они не полноприводные, поэтому у нас были проблемы при подъемах на то же самое, на Котельниково, по Снеговой, то есть там, где подъемы, у нас возникали трудности. А что касается быстроты помещения, ну, как бы, пациента перемещения из автомобиля и персонала в автомобиль? Ну, в общем-то, все машины специализированные, они существуют ГОСТы, и они соблюдаются под эти ГОСТы. То есть говорить о том, что эта машина будет быстрее достать пациента или заложить... А носилки здесь такие же? Нет, носилки здесь более... высокоспециализированные, более продвинутые, чем были до этого. А что в работе именно дает? Чем они? Транспортировка пациентов. То есть более удобные колеса мы видим, те же самые, более удобно направляющие. То есть здесь жесткий мы видим каркас, то есть при спинальных травмах намного проще транспортировать пациента. Видим дополнительно щит, чего не было в других машинах, тоже для пациентов с травмой. То есть, конечно, данный класс машины, он повыше, чем у нас до этого были во Владивостоке. Тепло работать зимой и пациентам тепло? Да, тепло. Под наш вариант подходит, под зимний. Ясно. Спасибо вам большое. Угу. Спасибо.